Про кого это? Стихотворение Валентины Мельниковой. Рассказать хочу я сказку про мальчика одного. Очень добр он и очень ласков. Вот таков он. Я вся в него. «Давай помогу!» – звучало не раз. «Пойдем вместе с нами! Смотри, что тебе мы купили!» Такие слова звучали не раз. И лучики счастья светили на нас. И мальчика все мы очень любили. Вы спросите, а почему любили? «Любили и любим!» – скажу вам в ответ. «Просто иногда очень важно!» Чувства собственные вспоминать, разве нет? Вспомните волшебные фразы, которые, как и сказки, могли так волшебно очаровать. Рассказать захотела вам сказку. Тянет в сказочное нас всех. Угадайте же имя мальчика. Дружно скажем ему привет. А я дам вам за это конфетку.